Поздравляю. Девчата заняли все почетные места. Молодцы. Поздравляю. 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают самые народные российские полицейские – участковые, уполномоченные. На сегодняшний день эта профессия считается одной из самых востребованных в системе МВД. Участковые уполномоченные полиции первыми приходят на помощь нашим гражданам и участвуют в разрешении самых различных тяжелых ситуаций, которые происходят у граждан в процессе жизненной деятельности, начиная от семейных конфликтов и в разрешении более сложных вопросов. Городской конкурс на лучшего народного участкового и лучший пункт полиции в Белгороде проходит с 2019 года. Сегодня подвели итоги и наградили лучших по итогам работы за 9 месяцев. Победителям вручили грамоты, кубки и денежные премии. Премия за первое место – 30 тысяч рублей. С целью, чтобы стимулировать эту работу, администрация ежегодно проводит конкурс на звание «Лучший участковый пункт полиции» и на звание «Лучший участковый». Определяли лучшего на площадке «Белгород-Медиа» во ВКонтакте. Выбирали, что называется, своего полицейского, которого знают и которому доверяют. Благодарю за службу, молодец, так держим. Лейтенант полиции Даниил Овчаров несет службу с 2015 года. На своем участке со всеми знаком лично и обо всех неблагополучных ситуациях тоже чаще всего в курсе. За время службы раскрыл не один десяток преступлений. Победой был приятно удивлен. Было весьма неожиданно, потому что первый раз участвую в таком серьезном конкурсе, и большая часть населения отдала голоса за меня. Напомним, что на всероссийском уровне призером в конкурсе на лучшего народного участкового стал Александр Карапузов из Старого Оскола. Пришел в МВД сразу после срочной службы в воздушно-десантных войсках. Уже 30 лет работает на земле. Дарья Атаманова, Сергей Щекалов, Белгород-Медиа.